Тревога! Доктор Картер только что получила новые сведения о твоем щите. Да, Райли. Мы установили, что это устройство может генерировать электромагнитные импульсы. Капрал Джексон покажет вам, как это сделать. Достаточно зарядить батарею сверх нормы, и все роботы и киборги, оказавшиеся в зоне действия, будут временно обезврежены. Не пользуйся этим слишком часто, батарея может не выдержать и перегореть. Как только последний отряд покинет базу, мы должны будем включить механизм самоуничтожения. Для этого понадобится имплантант генерала Хэммонда. Спустись в медицинский центр, добудь имплантант и возвращайся. Я буду ждать в центре управления. Пароли для входа в туннель есть у Джексона. Немедленно приступай к выполнению задания. Мы здесь, сэр. Слева! Смотрите налево! Держитесь вместе, смотрите вперед! Внимательно смотрите вперед! Зададим им трепку! Давай-давай, покажем им! Джексон, не отходи в сторону! Ты что, собрался нас всех угробить?
Черт, мы потеряли Джексона и Уоллеса. Тебе опять придется действовать в одиночку. Слушай, чтобы проникнуть в водосток, нужен ключ от склада, который был у Джексона. Найди этот ключ!
Принят, проходите. Воган, новая проблема. Проводка бункера повреждена, и охранные системы вышли из-под контроля. Будь осторожен. Они все еще активны и могут атаковать тебя.
Слишком много людских транспортов ускользает от нас. Надо прекратить это безобразие. В конце концов, у нас есть коды доступа к их спутниковой сети. Мы можем следить за этими дураками с помощью их собственных средств и отловить их спасательный корабль. Приступайте! Воген, у нас серьезные проблемы. Кто-то посторонний перехватывает данные из нашей спутниковой сети и шпионит за транспортами. Я в недоумении. Коды доступа к сети знали только два человека, и оба они мертвы. Генерал Хэммонд и майор Картер. Мы должны пресечь утечку данных. Если ты сориентируешь главную антенну бункера, я смогу послать сигнал самоликвидации. Координаты на терминале во втором ангаре. В бункере был тяжелый бой, но оборудование, кажется, уцелело. Но будь осторожен, по нашим данным, в этом районе еще остались киборги. Верные координаты. Спутник не отвечает. Райли, тебе нужно ввести текущие координаты спутника, указанные на терминале слежения во втором ангаре. Черт, пульт наведения поврежден, и сигналы перемешиваются между собой. Действуй аккуратно и изменяй не более одного параметра за раз. Thank you.
Отлично, Воген! Я всегда знал, что на тебя можно положиться. Я послал сигнал самоуничтожения, и эвакуация продолжается. Но нам все еще нужен имплантат Хэммонда. Отправляйся в медицинский центр. Уже иду. Конец связи. Недостаточно энергии. Устройство не работает.
Эй, у тебя все получилось! Слушай, как тебе это удалось? Мы можем лишь отбиваться от киборгов! Слушай, я бы охотно поделился военным опытом, но сейчас у меня нет времени, мне срочно нужен имплантант генерала. Это не так просто. Ты должен поместить криокамеру в операционный отсек. А там, между прочим, полно киборгов. Не волнуйся, я с ним как-нибудь справлюсь. Постой! Когда ты возьмешь имплантант, тебе понадобится пропуск, чтобы выйти. Обязательно загляни ко мне. Я подожду тебя здесь. Энергосистемы серьезно повреждены. Чтобы обеспечить необходимое питание, ты должен отключить все остальные отсеки. Выключатели находятся на складе криокамер. Недостаточно энергии. Устройство не работает. Недостаточно. Воган, новая проблема. Проводка бункера повреждена, и охрана... Энергосистемы серьезно повреждены. Чтобы обеспечить необходимое питание, ты должен отключить все остальные отсеки. Выключатели находятся на складе криокамер. Thank you.
пока... Проверка. Операционный отсек поврежден на 63%. Операционный отсек не работает. Идет процесс извлечения. Операция завершена. Имплантант извлечен. Эй, сэр, возьмите этот пропуск. Без него вы не попадете к полковнику Гришему. Сэр, вы слышите меня? В чем дело? Основной источник энергии не работает. Системы работают на резервном генераторе. Чтобы завершить эвакуацию, этого мало. Нам нужно больше энергии. Понял меня, Воган? Так точно, сэр. Конец связи.
Не беспокойся, Райли, это не так сложно, как кажется. Нужно всего-навсего поочередно повернуть катушки всех генераторов, а затем нажать кнопку на главном пульте. Готово, Воган! Теперь как можно скорее беги в центр управления. Мы ждем тебя там! Слава богу, ты справился. Мы здорово беспокоились. Теперь надо взорвать базу. Мы не можем допустить, чтобы наши секреты попали в лапы пришельцев. Видишь этот сканирующий пульт? Приложи к нему имплантант генерала, чтобы полковник смог разблокировать систему саморазрушения. Окей, сейчас я просканирую имплантант. Система разблокирована. Всем приготовиться. Как только этот таймер начнет отсчет, обратной дороги уже не будет. Бегите к дверям ангара, они откроются, когда я введу код. Система саморазрушения включена.
До взрыва осталось 2 минуты. Давай, пошли! Воген, я свяжусь с тобой, как только ты покинешь базу. Я же знаю, что ты справишься.